деген түшүндө. I want a piece already. Я не вижу его лица. Мы на ярмарке наконец-то. У меня закончились экзамены. Мы решили все вместе пойти на ярмарку, покататься на аттракционах. Нитин очень сильно хотел на самый жесткий, это на этот, на бустер, на котором мы катались уже в Железном порту с Лерой когда-то. Мы туда не пошли, мы хотели на вот эти вот качели, которые в Николаеве на площади, на этой, на Советской стоят. Они там стоят очень давно, и мы ни разу не катались. И мы решили пойти тут, потому что тут больше вероятности, что мы не отвалимся. Вот, и мы, короче, пошли на них, и, блин, ну, ощущения, конечно, знатные, знатные. Вот, смотрите. Короче... Мне показалось, что это было хуже бустера, потому что вначале мне начали так трястись ноги, и они тряслись в стороны. Так смешно было, она меня просто тарабанила, как заяц по ногам. Я не понимала, что происходит, я не боюсь высоты, оказывается, потому что я спокойно... открывала глаза, но чувство на качелях, которое миллиард раз больше, чем на качелях, это ужасно. Очень неприятное чувство, которое тебе всем телом говорят, остановите эту машину. Мы уговорили Лоис туда пойти, она не хотела, но все-таки пошла и сидела перед нами, и у нее было такое лицо, как будто она сейчас просто вырубится, умрет и тому подобное. Это было ужасно, мы орали все. А под, потом, под конец она начала молиться, я видел. А еще мы сюда пришли в шапках. Шапки улетели у обоих. И обещали не вернуться. И они пропали куда-то. Мы их не нашли уже. Вот так вот. Я хочу другого. Может, сейчас на что-нибудь еще пойдем. Вот этот бустер, на котором катался Нитин, я не решусь, нет. И мы катались в Железном порту. Мне показалось, что бустер менее страшно было, чем на качелях, которые я каталась сейчас. Потому что по ощущениям хуже было. По ощущениям ужасно плохо было организму. Его не тошнило, он просто вылетал. И все органы почему-то. Все органы почему-то вылетали. Такое было чувство, что сейчас печен какой-то вылетит через уши, не знаю. Через ушку. Я просто села. Она начала подниматься, крутиться, и я начала хвататься за все, за провода, чтобы как-то вылезти. Боже, короче, ужас какой-то. Было классно. Классный опыт, классный. Ну, вот это вот два самых таких страшных, мне кажется, тут аттракциона. Это вот этот вот, на котором мы были, на этих качелях. Нет, еще один страшный, и бустер. Который с переворотом. А, и еще один, но он не работает. Он точно такой же, на котором мы катались, но переворачивается, как солнышко делает. На 360 градусов переворачивается, чуть поменьше по размеру. Но он не работает. Да?
такую попробовать. Смотрите, тупо прижала к стенке. Боже, там центрифуга. Самое смешное, что мальчики маленькие не боятся. А чего им бояться? Вон она. Летают они там. Вообще не кажется со стороны, что страшно. Но ты подлетаешь. Особенно на телефоне. Все органы отходят куда-то вниз, вверх. Куда угодно, но не остаются на месте. Такая большая ярмарка. Я в жизни такого не видел. Сегодня людей очень мало, потому что дождь был. Плюс... Да, уже многие, наверное, уже устали немного. Потому что ярмарка длится уже очень много дней. Поэтому, наверное, такой наплыв людей был огромный еще в самом начале. Но сейчас, слава богу, очередей зато нету. Что? У Андрея было 4 пульки, и он забил, он выстрелил в 6 шариков, короче, выиграл мне 2 игрушки, я в шоке. Сегодня мы отмечаем мой день рождения. Сегодня... Какое сегодня число, Лер? Сегодня 27 ноября, мы отмечаем мой первый день рождения. Это мой торт. Вот, все кушают. И французская музыка. Обалденное шампанское. Лера, вкусно? Они? Нос, видео! Danse pour moi.
Ну, а зато... Мама, qu'est-ce que tu fais? Мама, что с тобой происходит? Господи, остановите это безумие. Нина! Верните Поппи, это было лучше. Нет, она садится, она ложится. Такая толстенькая что-то. Мы впервые за много времени решили выйти из дома. Посмотрите, видите беленькие вот эти? Видите вот эти беленькие штучки на фоне зеленого падают? Это лед. Это маленькие кусочки льда падают. Можно мне, пожалуйста, кофе со льдом? Да? Блин, не могу взять. Ой, посыпалось. Ой. Ой, прячься. Просто град идет. Всем привет. На мне новая шапка. Эту шапку мне подарила Ани на мой день рождения. Правда, праздновали мы этот день рождения вместе с ней 27 ноября. До его дня рождения оставалось еще 9 дней. Лере тоже она подарила шапку, поэтому подарок такой двойной на мой день рождения. Сразу и мне, и ей. Причем подарила она эту шапку, эти шапки на следующий же день после того, как мы на аттракционах их потеряли. И, честно говоря, шапки получше, чем были до этого, что у меня, что у Леры. Что сейчас вообще происходит? Я до сих пор еще в Анже. Экзамены были сданы еще на прошлой неделе, в четверг. Точнее, даже в среду мы сдали последний экзамен. В четверг там еще было типа как устный небольшое выступление. Устный — это не экзамен, просто устное небольшое выступление, презентация того, что мы делали там. Мы очень много всего делали. И из самых важных вещей, которые осталось сделать, это на этой неделе у нас будет до пятницы какие-то непонятные курсы. Причем это будет один всего курс, который будет длиться на протяжении трех дней, потому что сегодня понедельник, сегодня ничего не было. Вот, в четверг у меня будет экзамен TFE, то есть по французскому, у меня и у Нитина, и у там кто еще записался. Мы сейчас готовимся к этому. Вот, свою курсовую, скажем так, я уже сдал. Осталось написать еще перед дипломной работой, осталось написать всего только одну маленькую курсовую, которую, по идее, мы должны были написать еще в самом начале, но из-за ковида она перенеслась. Ну, там нефиг делать, там пару, как реферат, по сути. Вот. И потом экзамен по английскому, это уже в следующем году будет, это уже не сейчас. Это типа, по сути, когда хочешь. То есть Нитин уже сдавал, ему не хватило там пары баллов для того, чтобы пройти его. Я не хочу пока сдавать, потому что я знаю, что я не знаю английский настолько, чтобы хорошо его сдать, этот экзамен. Вот, поэтому мне сейчас нужно за французский взяться. Ну и в принципе все. Там осталось еще кое-какие отчеты сделать с ребятами французскими. Ну это уже такое, это совместная групповая работа, которая просто будет каким-то образом там длиться. Чего я вас вообще нагрузил? Что мне делать? Я просто говорю о том, что, типа, почти все важные такие задания сданы, осталась вообще мелочь. С января начинается, точнее, с февраля начинается стажировка без учебы и только дипломная работа, и все. А так, по сути, вообще учеба вроде бы как и закончилась. Там какой-то будет еще небольшой период, а так, в принципе, все.
закончилась. Сейчас я иду, Лера на учебе. У нее тоже учеба скоро закончится, и будет экзамены, пока я буду в Сент-Этьене. И все. И она закончила свой путь французского языка. Получается, сейчас я топаю в КАФ. Мы с Лерой встретимся там, она на автобусе прямиком туда подъедет, я пешочком. И у нас сегодня много работы. Во-первых, нужно зайти в КАФ, потому что Лере наконец-то одобрили КАФ, она будет получать денежку. Но она не может зайти в свой аккаунт на телефоне, потому что она не знает просто код, через который можно туда зайти. Вот. А мне нужно в КАФ, потому что он меня уже достал. Мне запросил, короче, ответить на вопрос в своем аккаунте по поводу того, типа, предоставьте, сколько вы денег заработали, типа, за 2020 год. Я им написал ноль, потому что, по идее, мы проходим стажировку, и, по идее, это должно быть бесплатно. То есть это не, ну, в мерах стажировки, типа, нам никто за это не платит. Это по-другому совсем считается. Вот. Но я ответил, что ноль, и все так же само ответили, но почему-то не Тину оно засчиталось, а мне не доверяют, что ли. Ну, не только мне, там еще некоторым. И меня заставили взять рандеву и идти, короче, в КАФ и самому все это доказывать. Я звонил Лоис, которая там уже была по этой же причине. И Лоис вообще перепуганная была. Ее напугала женщина. Сказала, вы уверены? Ведь если вы соврете, вам придется там платить огромный штраф и тому подобное. В итоге Лоис перепуганная была вообще. Но, по идее, все нормально. То есть там ничего такого. Вот. Потом нам надо будет зайти в Ириго. Это местный транспортер, по которому Лера катается по городу. Лере нужно на следующий месяц купить подписку. Билетики, абонемент. Вот. И плюс я все-таки зайду и узнаю за этот сраный штраф, который она получила. Вот. Может быть, можно будет еще как-то там надавить, спросить за деньги и тому подобное. Вот. И потом еще Сефора. Лера хочет себе какую-то мазюку купить для лица. Вот. Вот такой вот план на сегодня. Ну и в конце концов французский. Французский, еще раз французский. Учиться, еще раз учиться, что-то, какие-то правила повторять. Меня сейчас больше всего беспокоит эта грамматика французская. Даже, честно говоря, не то чтобы грамматика. Больше всего беспокоит как выяснилось, после сегодняшнего утра. Мы с Нитином сегодня проходили такой проверочный тест на французский язык. То грамматика, честно говоря, нормальная еще более-менее. А вот словарный запас немножечко страдает. Просто словарный запас довольно не простые какие-то слова, а слова, которые, ну, очень редко употребляемые в нормальной жизни. Например, сегодня столкнулся с таким словом, как... я на русском забыл его. Не вспомню. Какой-то утяжеленный, что ли. Короче, такое слово первый раз вообще в жизни вижу там. И перевести его даже на какие-то ассоциации тоже не получается, потому что он, ну, тупо слово ни с чем не ассоциируется. Раньше такого вообще не слышал. Вот. И много таких вот. Там есть просто несколько типов заданий в этих тестах французских. На разные знания. Вот. Грамматика еще окей, а вот это это вообще, типа, придается какое-то предложение, и пропущено одно слово, и потом три варианта или четыре варианта ответа, и нужно выбрать это одно из этих слов, которое больше всего подходит по смыслу.
Это головоломка вообще еще та. Первое, типа, блок это на понимание. Тут, честно говоря, если раньше у меня было где-то 50%, то сейчас это процентов 80 того, что я понимаю. Но там очень бывают сложные задания, которые трудно понять, даже переслушивая несколько раз, если честно. Вот, потом грамматика вот эта вот, за которую я говорю, и чтение. Ну, чтение тут все просто. Чем быстрее читаешь, чем лучше понимаешь, что ты прочитал, тем быстрее отвечаешь и легче вопросы. Вот, тут главное не читать весь текст полностью, потому что времени просто на это нет. А прочитать сначала вопросы, а потом на них искать ответы в самом тексте по каким-то ключевым словам. Типа, нашел там слово, типа, гитарист играет в какой группе? И ты ищешь просто какое-то ключевое слово в тексте, типа, гитарист, группа там. Вот, и так быстро находишь ответы. Главное не запутаться. Вот так вот. Что еще вам рассказать? Я жвачку жую. Кстати, по поводу этого Сент-Этьена, то сегодня смотрели погоду, то если тут в Анже 4 градуса тепла, в зависимости от погоды, опять же, было и минус 2, холодно очень было, то в Сент-Этьене сейчас снег лежит по колено. Там какие-то новости были, то снега реально как в Украине прям насыпало. Ну, как обычно, я имею в виду, в Украине зимой, в феврале. То там машины разгребали под снегом. Честно говоря, не хочется так ехать в Сент-Этьен, это прям ужас. Во-первых, если раньше в Сент-Этьене у меня хотя бы было какой-то смысл там оставаться одному, потому что Леры нету, а на носу экзамены, то никто не отвлекает, и я готовлюсь спокойно к экзаменам. Хотя при этом дни все одинаковые. Вот это у меня проблема была, да, что кушаешь, работаешь. Как у французов есть такое выражение «Boulot, métro, dodo». Это типа «Boulot» — это работа, «Métro» — это метро, и «Dodo» — это типа кровать, спать. Такое типа сонный час. Типа, что все идет по кругу и все одно и то же. Вот. То сейчас уже даже этого нету. То есть я приезжаю туда, и вот до на Ноэля, до Рождества, я просто буду там находиться и плюс писать этот небольшой реферат, курсовую. То есть, по сути, мне нужно, чтобы написать эту курсовую, мне нужно всего неделя. Типа, если растянуть, то 2 недели. А я там буду долго. Вот. И не нужно будет теперь возвращаться домой, там что-то супер, там много чего учить и тому подобное. То есть, если не сдам французский, то просто нужно будет учить французский. Плюс, если я в январе хочу сдавать английский, то учить английский. Но не прям так, чтобы набрасываться и с головой, и прям ничего больше. Поэтому будет очень скучно этот период времени. Плюс, я не знаю, с чем это связано, но билетов кататься между Анже и Сент-Этьеном бесплатных нет. Связано ли это с этими праздниками новогодними или с чем-то еще, я не знаю. Но просто ничего нету, и максимум, что можно делать, это покупать билеты на Блаблакар и кататься Блаблакаром. Это максимум, что я могу делать, если вообще мне это нужно будет, и я буду это делать. Кстати, смотрите, тоже елочки продают, вон стоят. Вот. Я уже так купил несколько билетов, что, например, с Санже до Льона я еду на поезде, самый большой промежуток. А с Льона до Сент-Этьена, там это стоит до 6 евро.
от 3 до 6 евро на Блаблакаре, то я там уже проедусь так. Главное найти этого водителя. Вот. И 23 числа я прошу, чтобы меня... Вообще не понимаю, зачем целую неделю, аж до 25 числа находиться там. И вообще я не понимаю, как это можно студентов заставлять на Рождество работать. Типа, по идее, у меня на Рождество я должен быть на работе. Я не понимаю, как это вообще, зачем и почему. Поэтому я плюнул на это, и пацан вообще обезумевший идет в футболке. Ты что, алло, заболеть хочешь или как? Поэтому я купил билеты на 23 число. Я еду, значит, в Анже, и 24 числа мы с Лерой на поезде, на разных поездах, потому что я на бесплатном, а она на платном. Мы едем, получается, в Париж. И с 24 по 25 число, понятное дело, мы будем праздновать Рождество в Париже. Вот. И так как мы перепутали даты сначала, когда покупали билеты и резервировали отель, мы зарезервировали отель с 25 на 27 число, то есть на две ночи после Рождества. И потом уже там через полмесяца поняли, что совершили ошибку, и нужно было резервировать с 24 на 26. Но так как мы уже зарезервировали и других вариантов просто не было, то мы изменили билеты на поезд и приедем, получается, раньше. Но билеты на автобус на возврат мы не можем поменять. И отменять отель на одну ночь и искать какой-то другой отель, это надо будет кататься туда-сюда. Мы не особо хотели бы. Вот. Поэтому, получается, мы просто еще на одну ночь больше остаемся в Париже. Это, получается, у нас 3 ночи, 4 дня в Париже будет. Ну, неплохо. Ну, там не 4, там 3 дня, по сути, получается, с половинками. Вот, но неплохо. Правда, я не знаю, что мы там будем делать и за какие деньги. Потому что у нас денег нет просто. Ну, будем что-то придумывать. И, получается, возвращаемся сюда, в Анже. И Новый год празднуем здесь. Вместе с Нитином, потому что... Ну, и Пьером, потому что... Они в эту ночь будут работать, к сожалению. Вот. Оля. Будем еще этот... салатики всякие делать, готовить вкусненько. И когда мы поедем в Париж, то мы зарезервировали как раз отель, чтобы там был холодильник, потому что мы собираемся, Лера точнее, заранее приготовит какие-то салаты, какие-то потом блюда из дома возьмем с собой и потом положим просто в холодильник и будем кушать, чтобы не покупать каждый раз, чтобы не тратить кучу денег на это все, то постараемся вот таким вот образом выживать. Ну как выживать? Нас по сути на самом деле даже холодильник не нужен, на улице холодрыга, и нужно было бы просто взять пакет, перевесить через окно. Да и все, и пропала бы проблема с тем, чтобы найти отель именно с этим холодильником, потому что у нас... В следующий раз лучше набери смелости и пригласи меня раньше всех остальных, а не в самую последнюю секунду. Рон! Рон, ты все испортил! Так, что ты, я хочу, чтобы кого-то еще озвучил. Ты хочешь озвучить железного человека? Не знаю, я не помню. Подожди, он просто серьезный. Понимаешь, Кэп? Координат. Давай Пидермена. Давай Пидермена. Господи, Хэппи! Да какой спокойно, Хэппи! Какой спокойно, когда я кругом виноват!
поверил Беку. Так. Как другу поверил. Отдал ему то, что оставил мистер Старк, и теперь Бек убьет моих друзей. И пол Европы. Пожалуйста, не надо меня успокаивать. Ханки не мог. Прости, пожалуйста. Прости, что наорал. Как мне его не хватает. Трех. Херовый ты актер. Так, мажь блин мой. Как я тебя его намажу? Ой, ну как, ложкой? Так, вверх, вверх, вверх махни. Бери свою палочку, Поттер. Я сказал, бери палочку, вставай, вставай! Ты ведь обучался искусству. Я забыл, как я вначале говорил. У меня вылетело из головы. Я думаю, что ты косишь, а это ты в глаза мне смотришь. Просто. Скопируй Стича еще раз. Пусть увидит мама, какой ты талантливый. Хотя они мультики не смотрели. Вот, был, вот. Стич. Охана, значит, семья. А в семье никогда никого не бросят. И не заботят. Ну что, давай? Пук. А дальше? Вот так. Ой, смотри, конфетки для нас. А это тебе? Класс, какая-то маленькая. А мой останется там, если я не могу достать. Давайте достанем. Стой, господи. Да. Как ты без женщины будешь, а? Спасибо. Ярмарка, короче, в центре. И себе снимала видео. Ярмарка в центре, конец. Мы взяли 2 кофе Starbucks со вкусом имбиря. Да. Кофе со вкусом чая имбирного. Вот. Ты пьешь кофе, но такой, но это чай имбирный. Что это такое? Очень странно. А на этой ярмарке все очень дорого, поэтому мы просто ходим, гуляем и рассматриваем цветные огоньки. Просто всяких прянь. Чтобы вы понимали, тут чая 100 грамм, сашетка чая 100 грамм стоит 7. 7,80. 7,80. Это вуаля. Это вуаля. Вот тут цена будет. Сапогонье. Мне так эта карусель нравится, я не могу. Сейчас ставлю фотку, я такую фотку сделала красиво, чтобы вы все увидели. Пытались только что найти циферку 2 на этой карте. Вот остановите видео, а вы же не знаете цифры, вы глупые. Давай, Андрюха, давай посчитаем вместе, по очереди. Один. Нет, на французском. Un. Deux. Спасибо. Сложная работа. Я говорю, по очереди. Андрей такой, я хочу выпендриться. Да, Андрюх? Mais c'est pas possible, c'est où ça? En face. En face? Au centre. Au centre? Au centre. Au centre-ville? À 9. Oh là, pour moi c'est 6. 9. Я ищу уже очень долго. Блин. Онор. Ко? Онор. А, онор. Онор. Ля-ля, c'est онор. Ça veut dire. Онор. Но. Нет, c'est 19. Я cherche quoi? 15. Ah, 15. Онор. Oui. Ah, ля-ля, c'est voilà. 15. 16. 17. 17. Oui, c'est 17 parce que je vois pas. Вот это игрушка вообще. Идиотов, господи. Вам. Вантен. Ванде. Ванко. Ванкиан.
Ah, c'est juste 24. Oui, parce que... Ah oui, je pense que c'est juste que le fin de décembre. Nous allons célébrer à... 24, 25. J'ai oublié. Donc... Только что, мне 25 минут, тащила вот эту гору продуктов. У меня чуть не отвалилось плечо, потому что я вообще не ношу тяжелое, все носит Андрей. Но про половину этих продуктов он знать не должен, и поэтому мне пришлось самой поехать в супермаркет. И туда я поехала, а обратно у меня карточка моя перестала работать, автобусная. И я не смогла ею воспользоваться, поэтому налички у меня не было, чтобы купить одноразовый билет. И я пошла пешком, думала, умру. Короче, я купила крабовые палочки, потому что мы хотим сделать... Этот крабовый салат, майонез, он единственный нормальный, потому что все остальные майонезы, они с уксусом очень-очень сильно отдают уксусом. Потом мыло жидкое, ватные диски, тунец, просто когда хочется что-то какого-то мяса или рыбы. Потом тарт Андрея на день рождения, несколько видов Филадельфии, есть здесь обычные лайт. А есть лайт с чесноком и травами. Потом рис. Это тоже для крабового салата. Дальше. На день рождения Андрея я купила, и он не знает. Ему шампанское. Потом коронки, чтобы мы на деле отпраздновали. Плюс он сможет это забрать себе в Сан-Татьен, когда он будет уезжать. И отпраздновать еще сам 6-го, потому что я с ним, к сожалению, не смогу быть, мы будем в разных городах. И шарики он бы не забрал, какие-то, не знаю, хлопушки или фонарики, флажки он бы тоже не забрал, а вот коронку можно надеть и в одиночестве отпраздновать потом. Дальше я ему купила кучу разных блюд, вот как вы видите. Он уезжает в Сан-Татьен, там он не хочет готовить, он покупает готовые блюда, как-нибудь перепихивается, чтобы можно было только разогреть, например, в микроволновке и не париться насчет еды, потому что кухня общая. Я решила ему сделать такой подарочек небольшой, купить ему очень вкусное блюдо, наконец-то, чтобы он просто, не знаю, например, 2 минуты разогреть, и блюдо готово. Это очень-очень вкусно, как домашнее. Я купила ему 6 молочных коктейлей с клубникой. Он такой любит. Потом кролик с картошкой и овощами. Бёф бухньон – это мяско с картошечкой и морковкой. Потом рис с овощами, с грибами разными, с мясом. И табуле – такая кашка с 5 овощами. Очень все вкусно. И, короче, у меня будет подарок состоять из 3 частей. Первое – я ему сделаю завтрак в постель. Потом я ему подарю нарисованный самокат. Скажу, что, Андрей, извини, у нас нет денег сейчас, чтобы дарить друг другу подарки. Ты знаешь, мы ведь там путешествовали, все дела. И поэтому лучший подарок — это сделанный своими руками. Ну и, короче, подарю ему нарисованный самокат. Я думаю, он очень обрадуется, в кавычках. Обязательно надену я на него коронку. Вот я купила 4 штуки. Посыплю уже. Называется «Делаем день рождения из подручных средств». Потом насыплю на кровати кучу сердечек. Вырезала всю ночь. Потому что, извини, конечно, Андрей, но лепестки роз стоят очень дорого. Поэтому будет сердечки. Потом подарю ему вот такую сумку. Попрошу угадать, что вообще там лежит. Как-то нужно вот это вот спрятать. И вот здесь вся еда его. Чтобы он не умер с голоду, когда меня не будет. Ну и самый основной подарок, который лежит вот здесь. И уже больше, наверное, 2 недель его тут ждет. Не знаю, где вот так. Вот. Это основной подарок, который Андрей хотел. Но я его сразу пресекла и сказала, что у нас нет на него денег, я его не куплю. Ха-ха. Конечно же, я его купила. Это укулеле. Надеюсь, ему понравится, потому что я смотрела, какие фирмы хорошие. Он мне, ну, Андрей говорил, какая ему нужна гитарка, это укулеле. И вроде бы это укулеле сопрано, все как нужно. Фирма хорошая, я купила в хорошем магазине, где Андрей покупал свою обычную гитару. И, в общем, здесь в комплекте идет укулеле, сумка для него, кажется, тюнер, я не в курсе. Потом, что это, я не знаю. Медиаторы,
инструкция и какое-то еще видео. И кажется, еще... А, еще и стикеры, наклейки идут. Вот так это все выглядит. Ой. Я фотографировала, поэтому я просто фотку вставлю, не хочу разворачивать. Очень-очень легкая гитарка, все красиво выглядит. Но эту коробку я тоже не разворачивала. Не разворачивали при... в магазине показывали составляющие. Вот. Плюс дали еще в подарок вот такой тоненький пластиковый медиатор для этих струн. Сказали, может, лучше будет. Вот. Так что вот такой классный комплект. Она лежала. Надеюсь, ему понравится. Надеюсь, я купила то, что ему нужно. И не ошиблась. Боже, как я это положила. Вот. Надеюсь, я не ошиблась и купила то, что ему надо. Ну, по крайней мере, чек у меня сохранился. Ну, вроде бы все нормально. Вот, вот такой будет день рождения. Плюс шампанское, плюс свечки, которые вот здесь лежат у нас. Зажжем. Потом будет тарт. Плюс мы пойдем на вынос, возьмем таз тайской еды. Возможно, приготовим еще улиток. Короче, день рождения должно быть хорошее. Хоть оно и заранее празднуется, хоть он и будет потом свой день рождения праздновать сам. Но ничего, я вам постараюсь поднять настроение. Такие дела. Вот кто мне вчера мешал спать. Кутели, болтали они. Блин, было уже, наверное, час ночи. Да, они шумели. Угу. Вот так вот. Я даже через беруши слышала, что они болтают. Стали на год взрослей. На кругу взрослей. Снял рождение. Такие головокружения. Чего по настроению? Самых приятных друзей. Пык. С днём рождения. Любит головокружения. Чего мало настроения. Самых преданных друзей. Кик. С днём рождения, любит головокружения, и чем обоба настроения, и самых преданных друзей по сердцам мы ходим, но их не находим. Винишка. Я говорю, а толку? Отдаляйся. Вот это у тебя шнобель. Ты хочешь, чтобы усыкались или... Мне подарили много подарков. Начнем с самых старых. Старых друзей. В плане, кто подарил раньше всего. Такая вот незатейливая штука. Но она делает вот так вот. И это... Card holder. Короче, тут карточки можно положить туда внутрь. Вот, вот так вот. Так положил, все. Они там лежат, они не выпадают. Плюс оно открывается, и покажи. И оно выдает мне карточки, чтобы я им пользовался. Крыша внутри. Плюс это кошелек. То есть... Можно еще что-то чеки положить туда. Можно еще положить, что-то там я положил. Сюда, например. Пахнет деньгами? А, нет. Вот, это Андерсон мне подарил. Джон. Я думала, писатель. Потом, вот, мне подарили вот этот пакет большой такой. Вот, на нем написано «Подарок для тебя». Вот. Андерсон мне тоже так же подарил конфеты. Вот такие вот много в шоколаде. Потом в вот этом пакетике был подарок. Это не подарок. В этом пакетике вот был вот этот подарок. Чашка. Такая же помятая, как я по утрам. Угу. Уже чуть-чуть побитая. Но, такой же, как ты по утрам, Андрей, все правильно. И конфеты Ferrero Rocher. Еще я такие никогда не видела. Разные вообще.
С белым шоколадом твоим? Чур тебя. Вот. Естественно, ни Тим с Николасом ничего больше лучше не придумали, чем подарить мне. Хотя они знают, водку. Что ты не пьешь. Хотя водку я не люблю. В общем, выпью ее я. Шутка. Я вообще не знаю, что мы будем с ней делать. Наверное, просто полежит, как сувенир. Потом пришел домой, Лера мне такая говорит, Андрей. Нет, сначала было то, что сейчас валяется на полу. А, да. Как вы видите, это любовь на полу лежит. Она везде. Любовь повсюду. В моем сердце. Дай. Потом Лера мне такая, ну, самокат же украли, поэтому я тебе подарю самокат. Нет, я тебе говорила, что я дарю тебе кое-что своими руками. Сделанное. Что ты заберешь в Сан-Татьен. Самокат. Сразу видно, что я дизайнер, очень хорошо самокат. Рисую, да? Видно, что никаких разводов. Ровные и линии. Даже с этой стороны видно. Подарок не судят. Да. А тебя судят. Макал ее. Это Лера мне тоже подарила. Там, блин, я шучу, это вообще мое задание с университета. А ты, кстати. Затем она мне подарила. Покажи. Пакет. Нет, вот был шарик. Был шарик, я его лопнул. И там были открытки. Нет, открытки. Было... Правильно выкинул вообще. И там была куча маленьких записочек вот таких. Например. Вот. Почитай что-то приличное, что я написала. Ты все приличное написала. Например. Чтоб жопа не чесалась. Самого, извиняюсь, самое приличное. Еще, давай. Чтоб друзья не забывала и любила тебя. Давай еще, сейчас будешь себя читать, тогда нашли до последнего пожелания. Чтоб тебе пришел браслет на часы. Андрей ждет просто браслет. Он заказал браслет, он ждет больше 3 месяца, наверное. Ну, потому что я просто указал... Адрес я указал правильный, а вот индекс я указал... Видите этого человека? Николаев. Не верьте ему, он всегда лжет и делает какую-то глупость. Чтоб ничего не теряв и ничего не крал. В общем, в таком духе. С прекрасно чистым Чтоб украинским жинка языком. Слухала из... Чтоб жінка не... Мізг. Чтоб было багатько путешествий. Я пошутила по поводу всего читания. Чтоб мускулы росли, как на дрожжах. Вот. И чтоб на пенисе не было прыщей. Здесь никто не будет смотреть, только наша семья. Потом она мне подарила... Была вот такая большая сумка. Он ее просил угадать, что там лежит. Он сказал, не знаю. Я угадал. Но он угадал, я не знаю, как он угадал. Там коктейли молочные. Говорю, как можно было угадать? Потому что это мои любимые молочные коктейли. Ты их ты зачем 2 выпил? Я тебя купила на то время, когда меня не будет рядом. Я их пью. Да ладно. Табуле. Это каша с 5 овощами. Кускус. Да. Жаркое с говядиной, которое, конечно, по-французски называется очень красиво. В сути, это то же самое мамино жаркое. Бёв бургиньон. Оно называется бёв бургиньон. Да. Бурьонская говядина и ее картошка. Конечно, это ее детище ее. Рис с мяском, грибочками. Вообще, почитай, как оно называется. Оно не называется рис с грибочками. Ладно, называется оно бланкет де ву. Ну, красиво же. И сон ри. А, это так всегда они говорят, типа, и его рис. Бланкет де ву. Немного урока французского от Андрюши. Записочки. Уже в еде. Так они вот эти все. Все в кролике. И деликатес. Это мне на воскресенье оставлю. Этот кролик. Что на воскресенье? На понедельник у тебя же день рождения будет. Знаешь, как воскресенье, день, когда все ходят. Самый лучший у тебя. Все ходят там в этот... Ты бы не сказал, что это? В церковь. Сказал. Что? Жаркое с кроликом. Жаркое с койком. Вот. Все ходят в церковь, там на стол накрывают. С кроликом. Там. Вот, я на воскресенье себя. Мы попили шампанское, поели тортик. Андрей загадал желание. А потом...
А потом желание исполнилось. Ха-ха, давай. А потом Лера подарила мне детский набор. Ха-ха, Андрей. Из настоящего укулеле. Андрей просто там мне уши прожужжал. Не жужжал я ничего. Он, ты сделал мне напоминание купить Андрею укулеле. Но я ему убеждала его за месяц до дня рождения, что у нас нет денег, и что я ему не подарю его. Ну, понятное дело, я согласился, потому что это правда у нас нет денег. Поэтому я ему дарила сначала такие подарки, как нарисованный самокат, чтобы у него точно не было... Ты же не думал, что я тебе подарю это? Нет, вообще нет. Видишь, хорошо работала самокат нарисованный. Можно взять уроки бесплатно, вот тут вот логин и пароль есть. Уроки... Мы вам не скажем. Нет, не скажем. Вы же не воры, зачем такое? Чтобы можно было... Потом у меня есть вот еще такой вот медиатор, тюнер для укулеле. Коробка. Чехол. Чехол. Все фирменное, все махало. 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 Чтоб махало. А стикеры ты показал? И стикеры, но они в коробке. А, мне лень. Ну, там и, вот струны такие... и струны запасные. И еще медиаторы там. Да, там... Ой, ой-ой-ой. На самом деле Андрей не умеет играть, он просто прикалывается. Эта гитарка, она очень легкая, и можно везде брать с собой. Хоть в туалете играй. Мелодию любви. Тебе она не быстро надоест? Тебе она не быстро надоест? А можно какие-то мелодии под нее? Конечно, кучу. Это например, даже... в траве сидел Костичек. Почему он на испанский мотив какой-то? Красиво. Боже, как красиво, слушай. Если бы ты еще Костичка не забыл. Да не, просто я с этим, с медиатором играю, оно не попадает. Андрюх, я не привык.